Ну и к другим темам. В приют для бездомных животных «Друг» попал пес с отрубленными лапами, неравнодушные мечи. Пытались выходить искалеченное животное самостоятельно, но без профессиональной помощи пес мог погибнуть, передвигаться и даже принимать пищу самостоятельно не мог. Сейчас Остап, так назвали пса, ведет себя героически. Через боль он пытается ходить и даже начал набирать вес. Не только же ранки залечить нужно, но и дальнейшую ей жизнь давать. Вот. Мы стали искать и нашли информацию о том, что клиника Best в Новосибирске, единственные в России делают имплантанты, то есть протезы, которые не нужно снимать, с которыми собачка будет жить, ходить и бегать. Остапу планируют вживить протезы. Для этого собаку нужно отправить в Новосибирск. Искусственные лапы, кроме ветеринара Сергея Горшкова, никто в России не делает. На его счету уже 7 пациентов с подобными случаями. Все они сейчас ведут активный образ жизни. Чтобы прооперировать животное, потребуется почти 100 тысяч рублей. Суть протеза заключается в имплантации титанового стержня внутри кости. И мы изготавливаем его по специальной технологии, по нашей, соответственно, конечной цели, чтобы пациент опирался на эти штыри, скажем так, и не чувствовал боли и пользовался конечностью полноценно.